У Могилеве семейная пара подозревается у забойстве своего одногодового сына. Как поведомили у следственном комитете, у милицию потелефоновал 22-годовый батька дитяти и сказал, что малый не подает прикмет життя. Медики констатовали его смерть в соответствии с попередней экспертизой, и она гвалтовная и наступила от травматичного шоку. Правоохранники затримали батьков. Их действия следствием квалифицированы по статье Уголовного кодекса «Убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью». В настоящий момент они задержаны, и с ними работают следователи. По уголовному делу назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая в отношении подозреваемых. Вядома, что у мати загинулого малого 18 годов, у семьи росли два сына, старейшему 2 года.